Вы понимаете, сколько денег сюда надо засунуть? Вот так, все крыло крашеное. Люк не скрипит, когда открывается? По 3,70 кило нормально. Тормозных шлангов у вас уже нету. Как здесь привод может быть нерабочий, если он прямой? Блин, а что оно все такое боссовое? А ну что, за полляма никто масла не менял? Подрамника нет уже. Привода, пыльники. Да. Я все запишу, конечно. Если хватит бумаги. Всего? За 1000 она интересная. Тут даже 3. Приехал к нам парень с не совсем понятной заявкой. В общем, на машине приехал он сам, имея Malro 2007 года. Акцентирую внимание, что эта машина приехала сама, самостоятельно. И вот задача ее сейчас осмотреть. Наши парни сейчас пошли посмотреть вообще, есть ли там продавец, есть ли заказчик, вообще, что за ситуация, потому что ничего не понятно. Приехали вот перед фактом, вот машина, берите, смотрите. А свободных парней... Естественно, все они у нас по Украине ездят, и я тут случайно забежал в офис дописать видео, и, естественно, сейчас пойдем смотреть, что же там за автомобиль, который приехал сам. А как вы на ней ездить собрались? Надо дать легкий комментарий. Машина приехала к нам на европейских номерах. И первый у меня вопрос, естественно, человек покупает себе автомобиль на европейских номерах, а сейчас очень много машин, те, которые невозможно растаможить. Или же по льготному тарифу нельзя растаможить. Это отдельная история. Так вот, он приехал на европейских номерах, он осознанно приобрел такой автомобиль, и он понимает, для чего он это сделал. У него просто есть вид на жительство в другом государстве, поэтому он точно понимает, зачем он купил этот автомобиль. Автомобиль имеет не украинские номера. Машина на евро-номерах. Ключ один у него, два? А второй там. Ну, в смысле есть, да? Первый владелец был у него пес. И поцарапал. Вот такой рассказ. Красилась вот эта вещь. Вот такой рассказ, Николай. Дальше, не знаю, ищите все. То есть наша задача просто рассказать вам максимум про автомобиль. Мой, ребят, мой момент какой. Я понимаю, 7-й год, никаких я иллюзий по этим всем коцкам где-то. Если кузов, нету ничего критического, там что-то страшное. А если по кузову искать? Мотор, уже 7-й год, понимаете, да? Мотор, цепи. Можно будет сделать? Естественно. Потопленное, что скажут форсунки. Скажем так, тёса, есть ли смысл мне залазить сюда? Залазить в смысле в ремонт? Ну да, в смысле ее себе оставлять и начинать ее приводить в более-менее божеский вид. Вот так. А сколько пробегов? А вот скажите мне. Окей. Потому что там есть спорный момент. И я из-за этого спорного момента почему и обратился к вам. После предварительного общения стало ясно, что парень хочет себе купить этот автомобиль. Он его еще не купил, он его взял на некий тест-драйв и хочет узнать всю правду об автомобиле. И он намеренно заклеил, ну, может быть, намеренно, может быть, так досталось, может, там поцарапано. Сам одометр не видно. То есть, ребята, покажите, сколько проехала эта машина. Но мы найдем, сколько проехал этот автомобиль. Друзья, подписывайтесь на канал, есть офигенная идея. Когда будет 100 тысяч, 10 человек получат бесплатный автоподбор. Сразу смотрим на реакцию наших офигевших чуваков. От меня обещаю 10 бесплатных подборов на 100 тысяч. Поэтому подписываемся на канал. Акт осмотра делать? Если все, окей, тогда я за линейку. Давай линейку. Николай, хочу знать, оставлять ее себе, лезть в эти деньги? Цена вопроса. Да, вот. Сколько вам... 5. Еврейский. Дорого. Дорого. Смотрим до конца, потом примем решение. Да. Я понимаю, почему. Турбина у нее уже ремонтированная, и средний картридж, он не стоит на резьбовом герметике. Чувствуете запах? Есть там копоть, есть. Рассказать от чего?
Расскажите. Скорее всего, вот турбина, холодная горячая улитка, вот там есть средняя часть с картриджем. Угу. Ее когда разбирали, и ее просто собрали без резьбового герметика. Поэтому протравливают выхлопные газы, и они идут в салон. Кстати, что касательно турбин. Вот я понимаю, вот недавно вышло видео про турбины. Не все понимают техническую часть, но если бы досмотрели до конца, то там идет розыгрыш на сертификат по турбине. Надо написать историю о том, что, куда вы опоздали или что с вами случилось в жизни из-за того, что сломалась турбина. При этом быть обязательно подписаны на наш YouTube-канал, Instagram-канал, на канал Турбокома, Instagram Турбокома. И лучшая история, она получит сертификат на ремонт турбины. Это не обязательно, что прямо сейчас надо ремонтировать, особенно если у тех, кто подходит турбина или есть какие-то вопросы, то парни делают это абсолютно бесплатно под гарантию. С учетом того, что многие не досмотрели, истории всего там около десятка есть, то еще есть время, побежите, посмотрите то видео, примите участие, если кому надо, будет интересно. Кстати, если эта машина с Галантии, большая доля вероятности, что есть информация про нее по CarVertical. Поэтому сейчас мы быстренько пробьем и сразу посмотрим. Коробка не пинается, но задерживает. Пинка нет, ну да, придерживает. Вторая, третья, 34-я. Так, пока цвет у нее родной. Я не вижу, чтобы она разбиралась. 123, 98, 129, 106, 108. 105, 134, 114, 113, 128, 110, 124, 113. Ну, тут даже без толщиномера видно, что вот эта вот хрень крашена. Сейчас посмотрим. Да. Сейчас доберемся. Ну, я вижу, что у нее было 530 в начале этого года. 543, ну я 530 видел. 543 100. Верно? Что? 543 тысячи 100 километров. Есть. Ну, по отчетам я вижу, что все, у нее 530 можно... было в начале года. Приз можно открывать. Это точно? То есть в плюсе никак не может быть? Нет. Я еще сейчас... Сейчас еще посмотрим. Потому что мне сказали, тут она еще даже в плюсе. Задний все. Парктроник весь оборван. Вот так все крыло крашеное. Не чуть-чуть. Шпакло есть. Ну ничего такого криминального. В одном месте тут, ну смотрите, во-первых, видно, что вот, когда затирали да, шкурой. Да, это все я вижу. Но проем у нее целый, то есть она вот со стороны клепанная. По парктроникам пробег у нее ровный. Ни одного датчика в шинах нету. Нету ошибок или что? Нет, нету ни одного датчика, либо батарейки сисевшей. Ну, за шпаклевкой только вот в этом месте. То есть, Николай, нету тут ничего такого криминального? Ну, да? Как, почти 2 мм шпаклевки вот здесь, а так... Угу. Когда люди приезжают на подобный осмотр, когда они либо уже купили автомобиль, либо на ней уже покатались, и они вот зачастую так верят, что с машиной все хорошо и радужно, вот, пожалуйста, чуть ли не соврите мне, что с автомобилем все нормально. Но машина имеем... практически полмиллиона, больше чем 500 000 километров пробег. Мы имеем турбину, которая снова разваливается. Мы имеем забегу наперед, хотя не буду наперед, посмотрите, там внизу очень весело. Мы имеем заявлено косметически сзади подкрашено заднее левое крыло. По факту оно нормально всажено с элементами шпаклевки, там ну довольно здоровый кусок. Также шпаклевано у него заднее крышка багажника. И вот на данном этапе рекомендовать такой автомобиль я уже не могу. И это с учетом того, что я уже не без подъемника, не поднимая машину, увидел, что у нее два передних разных баллона. То есть один у нее стоит оригинальный, а левый хрен пойми с чего стоит. Ну, в общем, такой как на Land Rover, а правый аудюшный. То есть они два абсолютно разных. Непонятно, почему так. Смотрим. Могу я в середину заглянуть? Да, конечно. Но пока там, где я достаю, какой-то там частичной варки или еще чего-то есть. Нет, это что? Это у нас
Это у нас шумовиброизоляция. Вот видно, где ее рихтовали, но кусков вареных я не вижу. С учетом того, что грубая рихтовка, вот, ну, она такая волнистая, это вот здесь я сейчас где-то, вот тут, то мне важно было посмотреть, есть ли тут какие-то места, но видно только от этого, от споттера следы. Вот тут все целое, то есть у нее беда вот здесь была, видать. Сзади кто-то ей притулил и... Как он объяснял, не знаю, либо сзади крышка, это, ворота гаражные, там массивные такие были. И говорит, пошли ворота, и где-то в этом районе был. Да. Ну, рассказать нужно. Вот здесь шпаклевки практически нету. Есть она вот здесь. И есть она вот здесь. Немного, но даже есть. На крышке, да? Да. Так, тут я уже закончил, тут я посмотрел. Андрюха сейчас посмотрит, насколько форсунки заливает, но я думаю, что это уже... Ай. Это надо туда подключаться смотреть. Турбина, кстати, уже маслецом подбрасывает. А вот у меня вопрос, откуда вот бежит антифриз? Если не сверху. Видишь, здесь 5 ошибок управления аккумулятором. Головное устройство 2. Здесь корректор фар 1. По двери, по акустике, модуль комфорта. Здесь по всему. Навигация, регулировка сидений. Дорожный просвет, по пневме тоже, по коробке тоже. А? Не, они здесь практически все активные. То есть те, что сейчас статические. Если их потушить, это еще может. Так а что их тушить? Надо устранять, а потом тушить. Я думаю, крышку здесь меняли. И что-то там все-таки болтается в середине. Ну вот я уже второй раз поднимаю, что-то там железное. Брык-брык-брык-брык. Ну опускается, я чувствую, что она опускается. Ты мне ее подними. Датчики дорожного просвета. Механическая неисправность. То есть где-то у них выявлена утечка в системе. То есть где-то она неплотная. Надо заниматься этим. Скорее всего, впереди стояла, потому что вот выжранный слой такой, нарядно. Еще чуть-чуть и корд полезет, вот-вот совсем чуть-чуть. Оно поднимает, но очень-очень слабо. На подъемнике мы ее чуть приподнимем, нажмем лифт, и оно по датчикам положения кузова все равно потянет вверх. По датчиках они не рабочие. Механическая неисправность по датчиках. И утечка в системе. Приборка у нее не снималась. То есть она не засечек нигде ничего. Резинка, это так, сверчок какой был, что он подложил с той стороны. Я думаю, что это когда меняли стекло. Стекло не родное, да? Билкинг он уже какой-то стоит. Стекло не родное, колец нету. Но поменяли его. Не порезали крышу, уже хорошо. Вот видите, на нем он такой затянутый, как бы пластик. Не сильно не тяните, потолок сломаете. Сейчас я. Ага, вот. Вот пластиковая стяжка, это родная заводская. То есть с ней все нормально. Все, понял вас. Это с этой стороны. С той сейчас посмотрим. С той стороны подушка тоже нормальная. Ну, я как бы заглядывал, но с учетом того, что приборка не разбиралась, следов того, что переклеенная, перетянутая приборка, я не вижу, поэтому она тоже не стреляная. По рулю. Ну, сейчас посмотрим, разбиралось ли оно, и пока я пошел на ту сторону. Здесь тоже все нормально. Сейчас попробую достать. Ну, в общем, тяжело откинуть. Люк не скрипит, когда открывается? Смотри, какая музыка. Видишь? А что это? Это по музыке. Акустическая система. А обрывы по динамикам? Ну? Да. Короче, рвали ее, метали. Жестко, да? А теперь смотри ошибку по температуре в компрессоре. Перегрев компрессора идет постоянно, да? А? Да. Перегрев компрессора? Да. Ну, у него система не держит. Она конченая просто, и компрессор из этого перегревается, потому что он не может догнать давление в систему. А, здесь и ЕГР забитый. Она тоже по блоку двигателя ругается, что... ограниченная возможность рециркуляции выхлопных газов. То есть ЕГР уже на подходе? Ну, уже приехал, не на подходе. Уже все.
Его надо менять. Вырезать и выкинуть. Да, вырезан. У тебя вырезан? Все, кто вырезает, вот эта карма возвращает. Надо его менять. Это же то же самое, что человеку кастрацию сделать. Внутри каждого двигателя есть выхлопные газы, которые должны циркулировать. А ты заглушил, куда они будут циркулировать? Ты ее наоборот душишь. Они не циркулируют, наружу все бредят. Ага. Вот именно в атмосферу людям, чтобы люди отравлялись. Вот тебе карма и вернула. В КАМАЗах есть ЕГР? Да при чем КАМАЗ? При всем. Ты сказал за эту машину, что пора вырезать. Ты же не за КАМАЗ говорил? Я за карму говорил. А кондей у него включен? Да. Он не работает. Почти не дует. Ну, в смысле, у него слабое давление здесь. То есть я вот чувствую, что она одна еле прохладная. Тормозная жидкость содержит сильно дофига влаги. Я бы вам рекомендовал поменять. Знаете, сразу форсунки хотели посмотреть. Так, 0,8, 0,28, 0,47. Пятый цилиндр форсунка еще в норме, но уже скоро попросится на ремонт. Сколько дал бы? За нее, за те шестую. По 3,70 кило нормально. 3,70 килограмма, она весит 2 тонны. Это, Андрюш, если ее там брать, здесь под растаможку или где? Не-не-не-не-не. Мы когда гоняли, там же их покупали все. Вы же давно они же занимаетесь. Какая разница? Все равно внутренний рынок от этого не меняется. Они ехали сюда, кому-то на Латвию возили. Они дешевле были, это дорого за ними. Это при том, что мы ходили, там еще и носом крутили, там где-то какая-то ошибка. Да ну и нафиг, пошли от нее. Ну ты же не забываешь, что сейчас тотально все дорожает. Вот, сразу. Блин. Просто. Ёб ты. Никуда еще не глядел. Тормозных шлангов у вас уже нет. Угу. Кузов он тоже такой уже красивый. Кстати, по приводу у нее тоже там ни в одном блоке ошибка бьется, что нерабочий привод. Как здесь привод может быть нерабочий, если он прямой? Шлица порвала какой-то и нерабочий. У этого автомобиля у нее постоянный полный привод. Но Андрей говорит, что там по разным блокам бьются ошибки по полному приводу. Я с такой херней не сталкивался еще, чтобы Quattro у Quattro вообще был нерабочий привод. Писается или сцится, как правильно сказать. Ну это турбина сверху. Что тут с головами? Проблема привода вот здесь. Мама, гроши у бидончику. Проблема привода там. Вот и по опорах двигателя ошибка есть. По левой. Саш, у тебя есть хомут? Держите. Блин, а что оно все такое боссаное? Дизель. Да ну, настолько? Оранжевым? Дизель? Где у нас дизель оранжевый? Правильно, в расширительном бачке. Вот это капли масла с турбины. То есть такие же шланги, да? Да, тоже треснутый. Он тоже вылетает чуть-чуть шрус. Бросаем. Ну, посливной тоже не видно, что особо здесь кто-то масло менял. А ну что, за полляма никто масло не менял? Ну, не знаю, смотрите, пробка. Так оно все за кислое. Так на грани, смотрите. Вот сюда, пластинка уходит. В ближайших года три точно никто не менял. В офисе есть ключ, мне как-то эстонец подарил. Можно запустить двигатель, отключить, посмотреть. Подушки подрамника нет уже. Купол весь в моторном масле. С него жьется. Вы понимаете, сколько денег сюда надо засунуть? Я сразу сказал, что не стоит.
Нужно мнение себе создать. Стоит? Вообще. Переношу по плечу, да? Все зависит от полноты набитого кармана. Но 5? Да, ну я уже вижу. Ну, смысл, ну объективно надо... Нырять сюда есть смысл. То есть, ну вот так, чтобы были даже развалены сайлентблоки подрамника. Так что, ну я такого не встречал. А что это? А что это стоит? Так а что ж тебе надо, собака бешеная? Она что, не в принципе типа не работает? Ничего же не отломано. А какой у вас вопрос был? Вы говорили, снизу поднимут машину. Сейчас. Был такой потек, как тут сопля такая. Уже слетел? Как сургуч такой, знаешь, как... Так тут он везде течет. Нет, там он такой уже загорел, закоксовался. Ну, на выпускном коллекторе ничего страшного, там температура высокая. Ну, загорел, ну, закоксовал. Там вот такой где-то потек, и он уже как сургучом, вот как паленую, знаешь, пластмасску, и она так текла. И стартер весь обосранный, и впереди вот возле сальника обосрано все. Ну, можно было бы, конечно, скинуть патрубок интеркулера, но я уже точно понимаю, что не надо. Потому что сейчас с него польется масло. Ну, сальник полуоси здесь приплыл уже. Да, пыльник тут тоже приплыл. Внутренний. И наружный тоже. Внутренний он порванный. Там, вот видите, ничего не вылазит. Значит, а вот тут уже ничего нету. А тут вылазит. А там еще что-то осталось просто. Нет, ну здесь еще не факт, что ничего нету. Здесь он только он надорвал. Получается сопля вот такая. Знаешь, вот как пластмассу плавили, вот такой потек, и он уже закоксовался. Я даже кусок отломал. У меня сложилось впечатление, что человека вообще интересовал лишь только один вопрос. Что это за сопля? Что за сопля, мы увидели, разобрались, чуть-чуть дальше будет в этом видео, но постоянно одно и то же. Что это такое, что это такое? Вот то, что там устался мотор, то, что там вытекло везде масло, фигачит антифриз, нет турбины, нет рулевых тяг, шаровые болтаются, две подушки разные, это нормально. А вот что за сопля, ну это так, может быть сарказм, но меня слегка улыбнуло. Про соплю дальше. Это... Ну, по крайней мере, я не вижу, чтобы она была битая. Кузов у нее целый. Ну, подушка двигателя у нее когда-то даже менялась. Да там такого поломанного он еще висит много. Это что-то разошлось. Шматки изоленты. Пыльники на шаровых, все. Здесь оранжевые капли висят. Где капли? Вот. Ага, все, я понял. Вот здесь все в масле. Вот здесь вот масло течет так, что оно просто это, замывает. Это откуда? Это с двигателя. Это сальник? Да. Получается, коленвала. Коленвала, да. Задний сальник коленвала. Дальше, привода, пыльники. Николай, а можно будет это все... Я все запишу, конечно. Если хватит бумаги. Ну, 1005 еще надо вкинуть, да, наверное, чтобы привезти. Я даже не знаю сколько, но много. Тут ее... Даже если за 1000 брать. Не, за 1000 она интересная. Тут даже 3. Вот видишь, вот как сургучом. Получается с коллектора, я понимаю, так выпускного, правильно? Ну, на герметик коллекторный тоже не похоже. Часто бывает, что замазывают герметиком коллектор, но если он пластиковый, я то... Я смотрю, вот уже есть старые. А вот на коллекторе видно вот как свежачок, да вот? Минуточку, я сейчас дископ возьму. Я уже, знаешь, что думаю, может гонит откуда-то какую-то дрянь, а? А какую откуда? Как она может превращаться в такую массу? Стал... Масса плавится, знаешь, вот плавится. Ну это похоже на герметик, которым клеят коллекторы. А вообще есть такой в принципе? Есть, да? Конечно, есть. Кстати, клапан ЕГР не заглушенный. Ну, он уже пришел, Андрей сказал. По уму, для того, чтобы понять, откуда его, это все дело надо замыть, я покататься понимаю. Пару дней и посмотреть. Пошел писать. А все ж в чате есть. Все скрины с этого Андрюха скинул.
Что такое чат? Мы когда общаемся с людьми, мы создаем там специальный вайбер-чат, телеграм-чат, кому как удобно. И вот туда сливается вся информация про автомобиль. Отчеты по официалам, отчеты по всяким базам данных. Это Car Vertical, база МВД, это страховые компании, это расчет стоимости автомобиля, если он был. Вся информация, которую мы нарыли, которую накопали по автомобилю, она находится так. Точно так же ссылки на вот эти вот видео и исходники здоровые, которые идут по 2,5, по 3 часа, для того, чтобы потом, если вдруг есть какие-то сомнения, что-то забылось, можно запросто всегда зайти пересмотреть. Они там для заказчика живут всегда. Если подвести итог, эту машину мы рекомендовать, ну, ни в каком паровозе не можем, потому что там все течет, все сопливит, все, то есть двигатель, он хоть работает, эти моторы невыносливые, они классные, но там уже много денег надо засунуть, поэтому нет, мы эту машину рекомендовать не можем. Если же вы хотите, чтобы мы осмотрели автомобиль ваш или же там вашего соседа, вашего брата, свата, товарища, но вы его еще не приобрели, под видео есть все контакты. Пишите, звоните, мы вас без внимания не оставим. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Интересно, вот про соплю, он все-таки успокоился или нет, что у него герметик был на коллекторе выпускном? Такое ощущение, что его интересовало только это со всего осмотра. Ну да ладно, это уже пусть останется на его совести.